Напротив него подача, Мелье выпрыгивает и, несмотря на сопротивление Уайтмана, мяч забирает. Дальше, ну, в общем-то, оба неправы. Достается Осмайчу. И красная карточка в адрес Мелье. Вот так вот. Уж не знаю, да, я просил, конечно же, главных тренеров зарядить как-то футболистов своих команд. Но не это имел в виду Брюссель. Конечно же, здесь Даниэль Парке. Ну, шутка, конечно, виноват только и исключительно Илон Мелье, который должен был гораздо более хладнокровно в этом эпизоде отреагировать. Да, не самый лучший день. Буквально вытолкнул его за бровку. Бондо, и Хвича вспылил. Хвича вспылил, я думаю, что желтая карточка будет хорошим, успокоительным и для грузина, и для француза. Что судья и как опытный доктор прописал тут же. Может быть, еще и Вальтер Мацари. А Вальтер Мацари красный. События, но последний матч на этом стадионе был 16 декабря. Это, в общем-то, ну, время, за которое газон может успеть восстановиться. Видим, что Толчок допустил, неприятный. Лукаку Осима. Когда два супер нападают, и еще по ногам получает Хвича. Сколько можно? Брайан Кристанте и кому-то и желтая Жозе. Ой, какие одинаковые трактовки. И уже за Мауринью претензии. Хвича поразили. Я думаю, что на чистом английском. Мас. Эгудмундсон. Его... Reprimenda de Luis Felipe. Bueno, los puede echar. Los va a echar el árbitro, Como mínimo les va a enseñar la amarilla, los va a echar. Y es una lástima porque es un amistoso. Pero el cabezazo de Luis Felipe. El público se enfada porque el jugador inglés solo recibe la amarilla. Pero es verdad que en esa trifulca. Uy. Шарави. Красный. Виктор Осимхан отпразднует это Рождество, отпразднует новый контракт, отпразднует, может быть, не знаю, что еще он отпразднует. Две красные карточки у Наполи сегодня. Ну а что здесь прикажете с ним делать? Понятие простить на русский. Но не собирается. Было, да, действительно. Ну вот это лишнее, это зачем? Ну спокойно, в футбол же играете. Здесь Савель, я не совсем прав, потому что изначально он как бы запрыгнул на соперника, да, он нарушил правила. Но и он, видимо, там что-то сказал, и Кристиан Ван Хуссен, игрок Геркулеса, непонятно для чего толкаться начал.
получай удовольствие, играй в футбол против профессионалов. Conclusion of match day 18 in Turkey with the Black Eagles of Beşiktaş on the road. Taking on a hot tie spot. Look out here. Referee has a lot to unpack. Right in front of the two benches, Sasha Bowie going down. Joshua King involved. Out. And then Bruno Sadio Samuel.